Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, я все фу-фу-фу! Молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. И как там, живой вообще? Молодцом, броник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, Рейх все же. О, труба! Артем, давай сюда! Артем, иди сюда, дело есть! Артем, дуй сюда! Эволюция не ждет! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Черт! Эй, что за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост!
Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Черт знает, что творится. Одного взяли. Сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкота, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будет. Что такое? Шорох? Интересно, что это там? Показалось. Месяц. Всего месяц остался. А потом ультра дадут. Месяц. А потом ультра Кому-нибудь надо. Лезут к нам. И лезут.
минуту. Сейчас вы заглянете. Так ведь припрется тут же. Где же фотография? Хоть бы взглянуть. Эй! Там вроде... Грибы какие-то не те, что ли? Может, конечно, и крысы. Почудилось. Скотство все-таки. В пехоту попал. Нет бы в охрану тюремную. Вот где жизнь. Ну где она тут шуршала? Тихо! Красный! У меня наливала вообще! Тревога! Ничего, коллега, приятель! Недолго осталось! А? Что? Сдаюсь! Не стреляй! Я сдаюсь!
Я сдаюсь, не стреляй!